Конфликт семейной пары с экипажем скорой помощи, произошедший 25 апреля на улице Крупской, вылился в уголовное дело. Супруги, злоупотребив спиртным, мешали проехать экипажу скорой помощи к месту назначения. Для убедительности своих слов они применили кулаки. В ходе конфликта женщина с мужчиной причинили сотрудникам скорой помощи телесные повреждения. Впоследствии было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении женщины также дополнительно было возбуждено уголовное дело по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть оскорбление сотрудника полиции при исполнении. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Супружеской паре грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Они признали вину в случившемся, в содеянном раскаиваются, искренне принесли свои извинения сотрудникам скорой помощи и сотруднику полиции. Так как извинения были принесены, дело может закончиться примирением сторон. Мы будем следить за развитием событий. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».